крепко. Минус один. Скольжение хорошее. Если подберешь. Привет героям трасс. Середина февраля, все стараются добрать лыжного удовольствия, наконец, со снегом. И минус. Что-то нету синицы этой зимой пугливо. Тепло, Так, февраль подарил нам две лыжных недели, снежных, морозных. Слава Богу, отдохновение души. А то в январе проснешься среди ночи от удушья, жара, окна нараспашку, за окнами дождь льет, да еще этот кот трехцветный, головастый, матерый, всю ночь по двору бродит и орет утробно. То ли жертву ищет, кого растерзать, то ли утонуть боится, то ли кошек жаждет по теплу, а их нет, просто рыдает. Бля, какого парня бросили, забыли котика суки подъездной, обрекли на погибель. Но уже недолго нам раскатываться, чую, весенний ветер ноздри рвет, солнце рано встает, по всему встречаем весну. Добрый день, друзья! Мы снова вместе. Впереди 23 февраля, строгая мужская жизнь. У меня большая радость. Хожу и улыбаюсь второй день, как получил этот замечательный подарок. Жена с сыном решили мне к 23 февраля сделать подарок. Я воплотил свою самую заветную мечту на данный момент. Заказал трубку себе у замечательного мастера, прекрасного человека из Кирова, Александра Юрьевича Агаркова. И я выбрал вот такую бамбучку. Прекрасный бриаровый тюльпанчик, бамбуковая вставка, которая делает дым холодным и ярким. Уже первый прокур показал изысканность этой трубки, высокую культуру производства. Все настолько точно подогнано, отшлифовано и обработано чудесно. И даже с этим изящным, элегантным тампером, который пришел в комплекте, чудесно. Самые большие восторги по отношению к умению Александра Юрьевича. В прошлом ролике я вам показывал колобаш, который изготовили Александр Агарков и Виктор Кравцов
А вот теперь у меня в коллекцию такая чудесная трубка, как раз под размерчик. Я средней величины, трубка, дым холодный, аромат и вкус табака яркий, чудесного. Великолепно, изящно, функционально. И темпер очень изящный. Везде переходные кольца. Все настолько аккуратно и элегантно подогнано. Клеймо мастера. Прикуривать, обкуривать я трубку решил на трапезонде 92-м. Я очень люблю этот сорт, и он у меня в этом году уродился хорош. И учитывая холодный дым, яркость табака, которую подчеркивает эта трубка, поэтому на трапезонде я вообще не люблю вонючих смесей, микстур. Ничего нет лучше естественного и аромата, и вкуса сортового табака, так как он создан, выведен селекционерами с его чудесными качествами. И даже вот в тампере ольховая шишечка. Чудесно. Вирджиния и Гавана Голд, посаженные раньше Всегова, да и молдавский, Теннесси Берли, отходили, ухаживали. Пятая ломка. Молдавский, Гавана, Гавана Голд. Трапезон 92-й. Особенно Вирджиния и Гавана. Уже прошли свой вегетационный период нормально. Он оставил все только на семена. Вирджиния начала болеть. Разделаюсь, немножко почищу, покажу более внимательно. Сушатся первые плаги. Досушиваются. Полежали в морозилке, в холодильнике после давления. Теперь на солнышке доводится герцеговина Флор, который будет месяцев 7-8 у меня отлеживаться. Теннесси Берли, Вирджиния Голд, Трапезонд 92-й. Взяли 5 кубов березовых обрезков. Чудесные дрова, года на 3 хватит. Вот пилим. Пила сломалась, пружина. Временное затишье. Сегодня большой винный день. Снимаем с осадка. Добавляем сахарный сироп разным видам вина в разных степенях готовности. Это яблочное, оно месяц отстояло под водяным затвором. Вот сейчас я его попытаюсь снять с осадка, посмотреть, какой крепкости она достигла. Сладкое, очень вкусное, но так еще компотит. В зависимости от сахаристости продукта, вино и выбраживает в определенную крепкость. Каждые 2% сахара дают 1 оборотный процент, объемный процент крепкости. Вот поэтому вино, так сказать, максимум на винных дрожжах выбраживает без закрепления максимум до 13,5-14 градусов оборотов спиртовых объемов. Эта операция сама по себе полезна. Вино насыщается кислородом. Это вино и не будет креп. Смотрю, какой крепкости она достигла. Может, часть затворю до портвейна. Она очень бурно бродила первую неделю. Прям перчатки стояли как влитые
на канистре. Потом уже, вот осы, брысти, тут на одного. Значит, а потом я, наверное, рановато снялся с основного осадка. Она как-то стала тише, тише, тише. Вот. И оно не крепким получится, но зато очень вкусным, потому что яблоки были еще не сладкие. То есть я получил чистый сок. Вот соковыжималку здесь электрическую поставил и получил литров 6-7. Да, 6. По 3-литровым банкам распределил, чтобы потом снял с осадка рановатого. И вот, да, добавил снова сахара. И через неделю, вот неделю поброди два, это относится к любому вину. Зараза. Осы уже садятся. Пить еще рано. Вот. Добавляют сахарный сироп. Или просто вот так сливают сок. И в него добавляют сахар, чтобы оно покрепче было, выбрасываю. Но оно еще бродит. Не бурно, не явно. Вот вы видите. Теперь берем виномер. Шкала сахар до 20%. Много сахара сразу вбухать для увеличения крепкости тоже нехорошо, потому что если сусло будет, сахаристость сусла больше 20%, это лучший виноград, вызревший, вино из которого делается без сахара, то брожение может превратиться. Вот, да, бутыль вымыли, посушили. Сахаристость где-то 15%. И 5 объемных процентов крепкость. Ну, сидр с месяц еще будет стоять. Ну, естественные забродки. Яблоки чищенные, немытые. То есть сок забродил, но подпинул немножко. Малина, и вон тут кругом все бродит. Малина, красная смородина, отличный забродок у нас. Пузырики, фуфырики, пупырики пошли. Процесс брожения продолжается. Оборотов до 7 достигнет. Наверное, закреплю. Потому что вино вкусное, но очень легкое. Сорт яблок хороший. Такое мастерство завораживает. Вызывает глубочайшее уважение. И самое главное, чем дольше я переписываюсь с очень многими своими зрителями на ютубовском канале и в нашей группе «Табачная биржа», в «Одноклассниках» табаководов, трубокуров, сигароделов, и поражаюсь, какой у нас замечательный народ. Рукастые мужики, мощные, сильные, свободные, независимые, свободолюбивые, и столько умений. Мой друг в 57 лет летом зашел на пик Ленина не в первый раз. Многие люди на своей земле растят табак, скот, кур, пшеницу, делают уникальные вещи, какие сыры, какие вина. Такие печи кладут, так обрабатывают землю. Какой виноград растят, уникально. Разве нас кто сломает на нашей-то земле, на своей? Трубочку набили. Процесс обкурки, он очень такой щепетильный и интимный. Тут главное без оголтелости, понемножку. Плавненько, не насилуют руку, чтобы возник вот этот карамелизующий защитный слой. По чаше.
просто вот первая трубка такая, которая еще не обкуренная, а уже в кайф. Большой мастер Александр Юрьевич Агарков. Дым реально прохладный. Величина дымовых каналов очень соразмерная. Александр так все чудесно подогнал и бомбучку вплел сюда. Она элегантно смотрится, очень, на мой взгляд. И проточки по совмещению, чтобы все приходило на свои места. Масса таких маленьких нюансов, которые подчеркивают мастерство и уникальность этой трубки. Мне сразу понравился ее характер, который я еще только начинаю ощущать, но уже знаю, что мы подружимся. Вот когда обкуриваешь, надо всегда держать пальчики по чаше и ими ощупывать, потому что как только температура начинает повышаться и пальцы начинают жечь, надо повременить, то есть отложить, и потом чуть подостынет, продолжать прокур, потому что в очень щадящем режиме. Нужно прокуривать трубку, чтобы вот этот слой защитный, карамелизующийся, возник ровный, плотный. Тонкий и хороший. А это сморвиш из вишни и красной смородины. Главным ингредиентом была вишня, такая вызревшая. Сахаристость высокая, поэтому и крепкость нормальную достигает. Вишня, как я говорил, уже была сладкая. Размял, замесил сусло. Пошло очень быстро на собственных дрожжах. Самое долгое было выкидывать косточки. А потом в рецепте, который я читал, рецепты с сайта Алкофан, всем рекомендую. Все рецепты очень проверенные. И рабочие там с нюансами, с умными, с хорошими. Вот. Сахаристость вишни была высокая, пошла в лед, а в рецепте было там добавлять лимона. Вот. Ну, лимона мне стало жалкого, у нас красной смородины немерено было, помидоры в ней закатывали. И внес 3/5 вишни, 2/5 смородины от объема. За 3 недели выбросило в лед, через неделю, каждую неделю вносил сахар понемногу, килограмм сахарного сиропа. А потом уже просто вот так вино сливал с суслова, в нем размешивал сахар килограммчик и добавлял. Вот. Было литров 16, уже 2-3-литровые банки стоят, я закрепил портвейн, он был еще не снят с осадка, сморвиш, и достиг процентов крепкости 11, влил бутылку водки на 3-литровую банку, 17%. Вот в этом случае при укрепляемом вине, когда исходное сухое вино, еще не добродившее, градусов 11, вот 15-20% водки, вот, или самогонки крепкости водки, вот, дает в итоге 16-17 градусов портвейн. Самый мой любимый портвейн, это из терновника, вообще исключительно.
цвет и запах изумительные. Это другая крепкость уже. Это 12%. Выбродило замечательно. Оно бродило 3 недели в такой канистре, бурно очень. Потом я снял с осадка, вот, и перелил в эту банку. А еще 6 литров пошло на портвейну. А это снял с осадка, и уже в этой банке, вот каждую неделю она будет месяц стоять под водяным затвором, под перчаткой его. И каждую неделю я буду его снимать. Видите, осадка совсем чуть-чуть уже. Вот. Но оно продолжает бродить, как бы выбраживать. Еще через 2 недели перчатка опадет, чтобы вторичное брожение не началось. Я его сниму с осадка последний раз, разолью по банкам 3-литровым, вот, и уберу в погреб, где оно будет в темноте светлеть, настаиваться, и месяца через 3 приобретет свой окончательный завершенный вкус и аромат. Ну, перчатка рада на солнце начала надуваться. Наливка из калины стоит 12 дней. Ну, тут было 2 литра. Ушло. Вот. Ягоды еще не совсем зрелые, калины. Целебные. Повышает давление. Вообще от простудных заболеваний профилактически замечательно. Один мужик писал, хвалил его, что, ну, он с медом, пчеловоду, говорит, я 1-2 рюмки каждое утро, ему уж там под 80, вот, вместо кофе, и отлично, такой тоник, вот, литр водки, 600 грамм калины, 300 грамм сахара или меда. Меда на тот момент не было, сделали на сахаре. Я говорю, ягоды еще не совсем зрелые, первые опыты. Вкус специфический, целебный, но воздействие очень благотворное. Все прочее. Просто давишь ягоды, получаешь сок, и вот на соке, на жмыхе настаивается 2-3 недели. Потом фильтруешь через марлю, в холодильник поставить. И готова к употреблению. Отлично. Так вот, о наших чудесных людях. Мы обиходим эту землю. И вся эта накипь, вся пидорня и форцовщики столичные, чиновные, мы их все переживем, вот, перестоим, переработаем и переварим. Потому что такими мужиками, которые меня окружают, жива наша земля, которые и головой, и руками, и свободой, и вдохновением, которые строят дома, возделывают землю, производят реальную, живую продукцию, растят детей, создают крепкие семьи, и жизнь будет продолжаться. Наша страна вынырнет из любой ямы, в конце концов. Не надо ни на кого оглядываться, надо жить своим умом, своей жизнью, своей свободой и своей реальностью. Вино из терновника, который потом предполагает стать портвейном. Само вино, ну так, компотится, легковато. Вот по вкусу чувствую, уже кислые, здесь сахар выбродил. Сначала, то есть, 3 дня вот в таком бедре сусло затоваривается. Как пена пошла, пену собрал с косточками, откинул. Косточки надо откидывать. В косточках терновник и синильная кислота. Потом переливаю, вот из 2 ведер перелил канистру. Через неделю надо вносить на
7,5 килограммов терновника, порядка за все время 4,5 килограмма сахарного сиропа в 3 литрах воды. Сегодня, через неделю после брожения, начала брожения, надо внести сироп из 2,5 килограммов сахара в 2 литров воды. Я чувствую, перчатка опала очень бурно, прям не... Терновник имеет свои особенности. Для из него, как и из сливы, очень трудно получить сок. Поэтому его варят. Буквально доводят до кипения там, и 2-3 минуты, чтобы вскрылась кожура, чтобы раздавить. Добавляют воду, в которой заваривали, не сливают. Добавляют вот это на 7,5 килограмм терновника. 2 килограмма сахара я добавил, 1,5 литров воды, вот этот сироп. И у меня пошло очень бурное брожение. Забродку я сделал из малины, красной смородины, винограда, который уже подоспевал. За одну неделю он что у меня? Бродил до 10 градусов. Феноменально. Ладно. Вливаем сахарный сироп. И пошло. Дальнейшее брожение. Прошел большой винный день. Чуть задержался. Все в руках Господнего. О портвейне. Если память не изменяет, где-то в районе 1500 года возникла таможенная война Англии и Франции. И англичане отказались от французских вин, от испанского. И тут подсуетились португальцы. Но так как с Иберийского полуострова везти подальше, то вино сухое могло скиснуть там в шторма, непогода и все прочее водным путем. Поэтому они очень быстро, чтобы не начиналось повторное брожение, там, откачки, и вино не скисало, они добавляли виноградный спирт. Англичанам пришлось по вкусу. Так появился портвейн на винограде из провинции Порта. Но сейчас, в принципе, портвейн, технология такая же, не доводит сухое вино до 11-12 градусов. Где-то в районе 8-9 градусов его крепят 70% виноградным спиртом. Дают еще настояться, так получается портвейн классический. Но у нас немножко другой. Потому что разводить в чистом виде сухое вино, готовое крепить водкой, это немножко неправильно. То есть вино должно более глубоко со спиртом сцепиться, еще в процессе брожения войти. Вот так вот. Будем надеяться, что мои пупырики еще потопорщатся. А впереди там виноград, еще яблоки назревают. Попробуем. Впереди масленичная неделя, едим блины перед Великим постом, раскрутимся на полную, потом затянем пояса, и там уже до весны недолго. Чтобы, как в песне нашего детства «Бригантина», пьем за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют, вьется по ветру веселый Роджер. Люди Флинта песенку поют, и там замечательные слова. И в беде, и в радости, и в горе, только чуточку прищурь глаза, в
Флибустьерском дальнем синем море бригантина подымает паруса. А теперь моя моряцкая мужская песня к 23 февраля. Дамам просьба не обижаться. По проспекту это ж надо, при надутых парусах. Мне плывет навстречу радость в распираемых трусах. Конь мой замер на причале и приветливо заржал. Там на шхуне притаились два прищуренных ежа. Два прищуренных ежа. И дрожит на верхней ноте колокольчик под дугой. Как живете, тетя Мотя, расписной кораблик мой? Расписной кораблик мой. В этих трюмах столько соку, отдохните 2-3 дни. Здесь харчатся недалеко мысли черные мои. Я такой аврал устрою, соглашайтесь. По рукам нужно коню водопою, нужно пастбище ежа. Нужно коню водопою, нужно пастбище ежа. И дрожит на верхней ноте колокольчик под дугой. Не ругайтесь, тетя Мотя, расписной кораблик мой. Не ругайтесь, тетя Мотя, расписной кораблик мой. Нам 3 дня не знать покоя, с фейерверками огонь. А дуре от водопоя упадет на берег конь. Я тогда опять по волнам от людей и от огней. И оставлю сокрушенных разожравшихся ежей. И оставлю сокрушенных разожравшихся ежей. Вы обнимете, всплакнете, все концы отдав рукой. Не грустите, тетя Мотя, расписной кораблик мой. Расписной кораблик мой.